Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы за последние сутки в 9 муниципалитетах округа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на Ямале получено 115 положительных тестов на COVID-19. Из этого количества заболевание подтвердилось у 5 рабочих вахтовых поселках. Еще 110 человек заболели в муниципалитетах округа. Самое большое количество новых случаев зарегистрировано в Пуровском районе – 21, в Новом Уренгое и Ноябрьске – по 15. В Муравленко за сутки получено 14 положительных тестов. Всего на Ямале госпитализировано 566 пациентов, 48 находятся в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом. Выздоровели за сутки 231 человек. Количество летальных исходов выросло до 360. За сутки скончался один пациент с коронавирусом в Салехарде.